Правейший. Так 70. Ну так 70, ну блядь, мало чего. Да, пора зажимать. Ой, он охуярит. Уля, я потом мы не вырезать эти все маточки. И давай нормально, направо. Нихера себе вон топать. Сейчас что-то будет. Бля, дверь аккуратно. Она от нас. Она от нас. Да понятно, что уже уходит. Номер только за миг. За миг. Свет выключи, смотри. Давай, догоняй ее, потому что можно уйти. За ней, она свет выключает, хочет уйти, понимаешь? Только дивись аккуратно, потому что она, ну что-то такое есть. Да, другой машины впереди не хватает, абсолютно. Не выйдет на часы? Кто выходит? Ну да, его не злякалось, мы ж думали, що ми могли якось зробити. Да, все, туши. Ударила. Ударила, блядь. Ви ударили машину. Стоять, ти чо, блядь, гониш, дьоти? Стоять. Ей, Деня, у мене проблеми. Ты что, блядь, машина ударила китай, ты чё? Нас, короче, преследуют две. Вызывайте мою. Одна, вот это такое. Мы возле этого. Да, возле. Эчка, они нас остановили. Отдай ключи. Че, да? Вызывай полицию. Уже вызвали, уже вызвали. Возле этого, на стене. Какой адрес? Возле дельфина, говори. А ну, просветка, есть у нас? Маленького. Вот, смотри. Да, 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 вот все есть. Да, тихо, тихо, тихо. Девочка. Девочка. Ага. Девочка. Кто не берет? 102 не берет? 102 не берет? 102 заняты все линии, а наши не берут. Ну вон, смотри. Мне Данил скинул. Да, Данилка. Да. И Титов тоже скинул, ничего. Ну да. Ебануть? Окей. Да, легко. Женя. Сейчас он придет, господи, он тут в этом. Он на Загребе сейчас подъезжает. Ты набрал? Ключи забрали, на каком основании? Хорошо, давай побудь. Вы уезжали, с ДТП скрылись, вы что? С какого ДТП? Вот с какого, мы машину мою зацепили. Вы нас преследовали, создали ДТП, вообще, вы вообще адекватные? Вызывай полицию. Вы вообще адекватные? Вызывай полицию молча просто. Бросай трубку, вызывай полицию. Какое ДТП? Нормально вообще? Алло, мы поехали домой, подожди. Вызывай полицию просто. Полицию? Они все, они все оформят. Нормально вообще? Люди, которые... Они все нормально. Девочка, нам составили именно ДТП, именно. Я вообще в шоке. Женя, зайка, ну мне кипишуй. Вызывай полицию просто. Послушай, мы возле дельфина, и нам тут именно какие-то малолетки забрали ключи, преследовали нас на ненормальных вообще именно номерах.
У меня открыли двери, забрали ключи. Да, четко одна и касаемо. Четенько. Выбила, бачишь? Угу. Окей, все, я закрываю дверь и ухожу. Все, давай. Стоять. Полицию вызовите, я буду на фонарике. Алло. Да, так Саша тебя ждет под этим на нашей машине. Да, он напротив входа. Давай. У них в селе не звонит. Сейчас я наберу еще раз. Давай, вызывай полицию. Добрый вечер. ДТП. Инспектор экстренного федерации 18Б. Происшествие, чтобы полиции сказали, где. Мы вызвали полицию. 118Б. Проспект 40-летия. Вот здесь, да, вы что, смеетесь, где это было? Вот. Вы нас ведете с самого Саксона, и здесь это было. Это вообще смешно. Вот здесь вы сдавали задом, вы что, смеетесь, это смешно. Девочки? Это просто смешно. Да понятно, это смешно. Забрать ключи от машины, это как это вообще? Нормально? Вообще, у нас вы скрывались с ДТП. С какого вы ДТП? Ударили машину. Вы? Вот, смотрите. Вы что, шутите? Вы нас преследовали, потом с... Вы в шоке вообще. Вы... Где мои ключи от машины? Где есть, мои ключи есть, от машины? Не где? Где они? Зачем они вам? Вы что, опять шутите? Хотите уезжать? Это моя машину? Собственность. Вы мою машину хотите ударить? Хорошо, вызовите вообще туда полицию. Да вызвали полицию. Да вызвали, все ждем. Вызвали. Все ждем. Вызвали полицию. Кума, ждем. Мы все ждем. В чем проблема? Стой, жди. Господи, стой, жди. Кума. Стой, жди, вызвали полицию. Ну вон адрес. Там написано. Полиция назвали. Да, 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 118Б. Они забрали у меня ключи. Я не знаю, что делать. Эти люди забрали у меня ключи. Женя, они уже вызвали полицию. Я сидим, ждем. Это же странно, это они неадекватные. Они выдернули у меня ключи. Кума, стоим, ждем полицию. Они уже ее вызвали. Может быть, вот они рядом со мной, они не отдают мне ключи. Какие-то две малолетки и два, короче, именно чувака, которые снимают на камеру. Это что, какой-то именно прикол или что? Они нас вели именно, чёрти откуда. Да. Денис, ну это нереально, это ненормально. Ну вот, мы уже видим. Да, мимо проехали. Так, мимо, вот возле нас. Останавливайся. Вы вообще, как это, на каком основании вы забрали у нас ключи? Давайте вы так. На каком основании вы забрали у нас машину, ключи? И хотели... Какую ударили? Машину мы ударили? Вы поставили машину, а, которая... Вы что, шутите или что? Это просто смешно. Как такое может быть, что мы ударили машину, мы ехали, у нас машину вели? Вы как это? Это нормально вообще? Как такого может быть? Вы забрали ключи нашей машины. Это пиздец, блядь. Срочно вызываем полицию. Это не то, что пиздец, это вообще уже вызвано не то, что пиздец. Мы там ждем уже полчаса. Это даже не смешно. Вы что, шутите или что? Кума, подожди, давай подождем полицию. Да короче, я пишу, я фейсбук не подписала, ребят. Ну что это такое за фигня? Нормально вообще? Они ворвались в мою собственность, забрали мои ключи. Нервничай. Подожди, вызовем полицию, мы все узнаем. Пожалуйста. Они сказали, что они вызвали полицию. Нет. Поставили свою машину. Не вызовут, они вызовут мы. Да как такое может быть? Послушай. Нет. Послушай.
какой тебе день рождения? Мы стоим, ждем. Все. Мы постоим, ждем. У нас ничего нет. Ничего не показывает. Я целого дядька знаю. Ребята, вы поставили... Ну иди посмотри, он там. Привет! Денис, пожалуйста. Кто тут ебал? Вот машина. Нас уже прессуют. Да кто же вас трогает, девушка? Вы что? Не трогай меня. Женя. Женя. Где они подъезжают? А вот, да? Ну, вот не трогай, не трогай. Мы стоим. Ты что, шутишь? И вот, видишь. А какая пьяная, блин, сразу. Женя, перестань. Пускай полиция приедет и проверит, как пьяная. Пускай полиция это все проверит. Пацан, купите серию.